Итак, у нас сегодня тест камер смартфонов. На мой взгляд, это два фантастически интересных соперника. iPhone XR и Huawei Mate 20. Сразу опережу вас и скажу, что я в курсе, что это разные по своей цене смартфоны, но во многом они похожи, условно говоря, предтоповые. Именно по этой причине я решил их сравнить. Важным фактором будет то, что Mate 20 имеет тройную основную камеру, тогда как iPhone всего лишь одну. И казалось бы, победитель уже понятен. Но нет. Mate 20 имеет в своем основании тройную камеру Leica. 12-мегапиксельный широкоугольный объектив, плюс 16-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, плюс 8-мегапиксельный телеобъектив, автофокусировка для большей глубины резкости, фазовая контрастная лазерная, поддерживает автоматическую стабилизацию изображения. В общем, на бумаге набор великолепный. Фронтальная камера 24 мегапикселя. Казалось бы, очень много. Но другой вопрос, а нужно ли столько? Давайте посмотрим, что нам готовит iPhone XR и дальше разберемся более подробно. Всего лишь один 12-мегапиксельный широкоугольный сенсор и все. Фронтальная камера так вообще на 7 смешных мегапикселей. И давайте начнем с того, о чем я рассказывать не хочу. Когда уже вышли все обновления на Mate 20 и все баги поправлены. Вот так он снимает на своих максимальных настройках видео. А вот так снимает iPhone XR. Разница просто катастрофическая. Кстати, рейтинг у нас сегодня очень простой. Мы будем давать по одному не сильно волосатому вельшкорге нашим испытуемым. Итак, за видео сразу даем его iPhone XR, без всяких на то объяснений. Я думаю, вы все сами прекрасно видите. И цветкор, и детализация, и что главное, стабилизация. Все на смартфоне iPhone XR выглядит лучше. Далее фотография. Вот тут есть где разгуляться. Я специально катался с двумя смартфонами на протяжении недели и искал самые сложные варианты кадров. Один очень важный момент. Режим Live в iPhone XR мы выключили, так как я считаю его читерским. Фотографии я делаю только на стандартных приложениях в автоматическом режиме и никак иначе. Достал, сфоткал, убрал. Из плюшек Mate 20 остается искусственный интеллект. Из плюшек iPhone XR Smart HDR. Мой первый кадр. Кадр — это часы Apple Watch 4. На мой взгляд, это достаточно сложный кадр. Часы имеют сильное отражение, бликуют, на них падает много света. И сфотографировать так, как я бы хотел, а именно чтобы различить циферблат, Mate 20 не смог. Ни с первого раза, ни с любого другого. Он пытался сфокусироваться, старался как мог, но честно, у него ничего не получилось. Фокус все время уплывал, с ним уплывала и четкость самой фотографии. iPhone XR же наоборот, справился с первого раза. При этом я получил отличную, я бы сказал, эталонную детализацию самих краев дисплея с правильными цветами. Задний фон также не подвел. Итогом... плюс один не сильно волосатый корги на стороне iPhone XR. Следующий этап — съемка березок. Эх, аж в сердце защемило. Легкий расфокус выдал iPhone XR. Mate 20 тоже не показал ничего фантастического. Но при этом небо на iPhone XR такое, какое оно должно быть. А на Mate 20 это просто белое полотно, и это странно. Ведь Mate 20 докрашивает кадры благодаря искусственному интеллекту, и все должно было быть наоборот. Так что опять плюс еще один не сильно лохматый корги на стороне iPhone XR, итого уже 3-0, но не все так однозначно. И именно кадр с велосипедом это должен доказать. Вы заметили колоссальную разницу в цветокоррекции. Huawei и его искусственный интеллект не боится докрашивать объекты, придавая им порой нереалистичные цвета. Но в данном случае все как раз таки наоборот. На iPhone XR чуть меньше детализации на заднем плане и отвратительно переданы цвета. Уж я-то знаю, о чем я говорю, ибо это мой велосипед. А вот Mate 20 передал почти идеальный зеленый цвет. Да и окружение в целом выглядит более детально и эффектно. Опять же, друзья, я не вдаюсь в подробности цветокоррекции и то, на какие именно камеры снимает Mate 20. Я реально не вижу в этом смысла, ибо этот тест в виде достал из кармана и снял, а не полчаса ковырялся в настройках и потом снял. Что ж, следующий этап, надпись «С днем рождения, сын!». И снова Mate 20 показал себя с лучшей стороны. Отличный детальный кадр сразу бросается в глаза. Хорошо переданы цвета и, казалось бы, вот он, идеальный кадр, но... Но вы только взгляните на задний фон. Все плывет и...
белое небо. И сейчас вы ждете, что я скажу что-то вроде: зато iPhone XR снял лучше. Но нет, на iPhone XR все еще хуже. Не хочу обсуждать этот кадр. Он омерзительный. Как ни посмотри. Ставим одного не сильно волосатого корги, Mate 20, идем дальше. Фотография с граффити, на мой взгляд, самая спорная. Честно, оба кадра выглядят интересно. С одной стороны, iPhone XR смог справиться с засветами солнечных лучей и без проблем сохранил фокус на граффити, хотя и исказил задний фон и деревья. С другой стороны, Mate 20, который все-таки не справился и сохранил луч в кадре, но, честно, лег он в этот кадр прекрасно, и в целом граффити и вся композиция от этого не пострадала, а трава выглядит даже лучше. Поэтому паритет. И счет пока 3 не сильно волосатых корги у Mate 20 против 4 у iPhone XR. Далее кадр с крупным планом столба. Тут явный победитель iPhone XR. Никаких тебе засветов. Все очень и очень детально. Как на переднем, так и на заднем плане. Mate 20, по-моему, так и не сообразил, как подстроить его искусственный интеллект, чтобы сделать красивое. Итого 3-5. Давайте возьмем двух финальных боссов и попробуем снять коричневого лабрадора в темное время суток. Могу сказать, что оба смартфона не справились. Раз фокус по всем краям. Ближе был, конечно, iPhone XR. Он почти с первого раза попытался сделать все верно. И, наверное, если бы вы включили режим Live, все бы было понятно сразу. Но нет, как я не пытался снять на Mate 20. Но часто движущаяся темная собака на темном фоне — это бич сегодняшних камер и на смартфоне в том числе. Поэтому оба смартфона ничего не получает. Финалочка. Будут два кадра с замком, он же детский сад. Эти кадры объясняют вам, насколько лучше при достаточном освещении снимает Mate 20, даже в темное время суток. Кадр действительно очень приятный, с правильными цветами, причем на Mate 20 я сделал их два, а вот на iPhone все как-то блекло, обыденно, да и вообще скучно, честно говоря. Я рассчитывал на что-то большее, особенно когда Тим Кук говорил, что новую линейку смартфонов они научились снимать в ночное время суток. И что же в итоге? 4-5 в пользу iPhone XR? Нет, постойте, мы совсем забыли один очень важный кадр. Селфи-камеры. Казалось бы, тут должна развернуться битва. Да, так и есть, iPhone XR умеет делать клевые портретные фотки. И портретный режим тут очень и очень хорош. Программно юзается эффект боке, красиво врезаются мелкие детали, кадр просто прекрасен. Mate 20, к сожалению, ничем таким похвастаться не может. Там все вообще очень не очень с фронтальной камерой. Через кадр получается размытый, да вообще не узнаешь, что это за кадр, ты ли там или кого-то там размолотило. Так, Саша, уже скажи, итог-то какой? Судя по корги, победил iPhone XR с минимальным перевесом. Да, но нет. Я напомню вам, что у нас рубрика очень субъективная. И я тут бог и судья. Рыжий судья. И вы вправе изничтожить меня в комментариях. Но iPhone XR — идеальная машина для фоток только в одном случае. Если вы мой оператор. Да-да, этот парень делает фантастические кадры на iPhone XR. И я расскажу, как он это делает в одном из роликов. А в остальном, все кадры на iPhone XR хоть и имеют правильные цвета и достаточную детализацию, но малофункциональны без обработки. Я думаю, вы заметили, что софтверно iPhone XR не перенасыщает фотографии цветами, оставляя вам право самим позже уже на большом экране вашего ПК разобраться с ними по вашему желанию. И действительно, если вы обрабатываете фотографии на компьютере после съемки, то XR — идеальное устройство. Но вот Mate 20 и его интеллект дает возможность сделать все это с одного нажатия. Достал с кармана, нажал, убрал. И если ему удастся поймать фокус, что, честно говоря, выходит не всегда с первого раза, то вы можете получить красивое фото, а можете и не очень. Данное решение примет за вас искусственный интеллект с возможностью самообучения. Так какой же уже, наконец, итог? Если вас не парит то, что фотография может не получиться с первого раза, вы не занимаетесь обработкой своих фотографий и вам нужен более большой выбор объективов, то однозначно Mate 20. Если же вы готовы часами корпеть над одной фоткой в каком-нибудь фотошопе или пиксельматоре и хотите сделать удачный кадр с первого раза, то однозначно из двух испытуемых iPhone XR. А что с корги? Причем тут корги? Вы что, сумасшедшие, делать рейтинг камер смартфонов из не сильно волосатых корги? Ну а покупать или нет, решать только вам. Лично я свой выбор уже сделал.